в этой войне неоценимую, огромную роль проявили наши труженики тыла, партизанское движение. Патриотизм всего нашего советского народа. Вся страна с огромным упорством и напряжением боролась за победу, поэтому весь наш народ гордится и сегодня этой величайшей победой, добытой нашим народом. С праздником вас, товарищи! Спасибо! 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 Память о павших в годы Великой Отечественной войны объявляется минута молчания. Второй годовщины Великой Победы объявляется закрытым. Начать церемонию возложения цветов к памятнику погибшим воинам, бюстам героев Советского Союза, кавалерам Ордена Славы предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, руководителям Добринского муниципального района
и администрации Липецкой области.